Привет. Какой адрес назвал Юра? Давай, что ли? Он что-то в этом. Но Аня на своей, если у нее низкая посадка, она может не проползти. Дорога-то грунтовая, плохая. Ань, я не помню, какой он адрес называл, но дело в том, что там дорога грунтовая. И если у тебя низкая посадка, я не знаю, как. Он и нас еще говорил, а как вы там проедете?